венецианский карнавал прямо в центре Сибири на сцене Лесосибирского дома культуры. Участницы коллектива «Вдохновение» готовили номер специально, чтобы выступить на медиафестивале «Созвездие талантов». Блеск камней, почти драгоценных, оригинальность костюмов поразили жюри. Девчонки шутят все не зря. Шьем сами. Ну, у нас есть швея личная, мы собираем деньги на костюмы, ну, как бы, сами шьем. То есть у нас нет никаких спонсоров, мы делаем все сами, родители мы. Очередной этап краевого медиафестиваля «Созвездие талантов» прошел в Лесосибирске. Собрал коллективы и солистов при Енисейского территориального округа. Около 400 человек. Таких творчески разных показали в высший класс. Фестиваль дает возможность не только выйти на сцену, но и подглянуть за соседями из городов края. Увидеть, что они делают и как работают. Например, местной вокалистке Альфиде Зиминой понравились коллеги из Енисейска. Да и от самого фестиваля загорелись глаза. Классно, здорово. Первый раз, по-моему, я на таком фестивале, что очень много народа, много коллективов. И все так красочно, ярко. Здорово. «Созвездие талантов» проводится с 2012 года. Каждый раз участников оценивает профессиональное жюри. В перерывах между выступлениями конкурсанты могут пообщаться с судьями, узнать мнение о выступлении каждого, послушать критику. Вот тут мы членам жюри не завидуем. Найти изъяны в артистах сложно. На лесосибирской сцене выступали и возрастные коллективы, но молодежи в этот раз было больше. Формат этого именно фестиваля позволяет быть интересной вот категории молодежи. Чем больше этих третьих мест между работой и домом, тем лучше. Поэтому дома культуры должны тоже занять нишу для молодежи, в том числе для молодых семей. Продолжится фестиваль 10 ноября в городе Бородино. Там соберутся лучшие коллективы и солисты уже Восточного территориального округа.